У нас были сомнения после вашей презентации, особенно учитывая размер сделки. Но после личной встречи с вами мы убедились, что дело в надежных руках. Мы вас не подведем, господа. Ваше предложение было слишком привлекательным, чтобы отказаться от него. А что вы имеете в виду? Он имеет в виду, что вы нагнули всю индустрию. Да. А на сколько? Ваше предложение на 53 миллиона дешевле, чем у ваших конкурентов. Ничего так. Твою мать! Вернемся к вопросу, на который до сих пор нет ответа. Как молодые 20 с чем-то лет парни заключили с Пентагоном контракт на 300 миллионов? У меня есть крутая идея. Таких, как мы, называют шакалы. Стервятники, зарабатывающие на войне, не выходя на поле битвы. Вроде должно быть обидно, но нам нравится. Извините. Простите, это срочно? Я первый, мне положено, я американец. Ты что, серьезно? На тачке в Багдад? Дэвид, мы толкаем оружие. Так давай толкнем. Они близко! Давай, чувак, гони! Вы что, через треугольник смерти все это провезли? Треугольник смерти, слыхал? Да мы через любой треугольник проскочим, даже бабский.